Собственно говоря, вся наша история, она так или иначе отмечена войнами. Причем практически никогда Россия не вела захватнических войн. Раз-два, куда прешь? Вы что, сычесные, ноги не знаете? А ну, сдень, который рукой креститесь! Вот так! Как скомандую правой, сразу думать! Чем креститесь, левой шагайте! А ну, левой делай! Левой! Мы забирали другие территории, но не в качестве результата целенаправленной стратегии, связанной с захватом этих территорий, а как результат победы.